Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что либо кто у вас на пороге. Называйте свое имя, дату своего рождения и поехали. Что либо кто у вас на пороге? Мужчина. Мужчина такой, знаете, который любит много думать. Перед тем, как скажет, он уже там 300 вариантов продумает. А что же он хочет от вас? Действий хочет, решений хочет от вас. Что будет сам предлагать? Ничего не будет предлагать, девчоночки. Будет ждать от вас движений, будет ждать от вас действий. Сам говорит, я отвечу в ответ, но сам первый не буду проявляться. Что еще? Ну, здесь в любом случае будет продвижение, изменение отношений у вас с этим мужчиной. Кто вам этот мужчина является? Кем он вам приходится? Ну, знаете как, у вас, возможно, с ним идут разговоры, либо же идет общение, либо же идет информация о том, что вы ждете этого разговора с ним. И здесь карты как бы опять повторяют информацию о том, что в любом случае вы знаете, о ком идет речь. Понятно, что у вас много, у каждого вариант разный, но здесь будет разговор, будет общение, но с вашей стороны, да, будет с вашей стороны разговор. Первый шаг будет ваш. Ставьте лайк для